Ну, мое глубокое убеждение, что любые парады, любой ориентации вообще не нужны. Неважно какой, традиционный, нетрадиционный. Вот, потому что так или иначе, парад, шествие, митинг – это пропаганда того или иного направления. Если мы говорим митинг ЛДПР, значит, это пропаганда позиции ЛДПР, шествие ЛДПР, пропаганда позиции ЛДПР, несистемная позиция, пропаганда идей, которые находятся в несистемной оппозиции. И если мы говорим о гей-параде, значит, это пропаганда гей-ориентации. Это на сегодняшний день пропаганда любой сексуальной ориентации, не только там традиционной, либо нетрадиционной, реклама сексуальных отношений у нас законодательно запрещена. И поэтому то, что где-то ее разрешают, я думаю, что это уже нарушение действующего законодательства. Поэтому не считаю возможным публично делать призывы вообще, чтобы люди занимались сексом. Это интимная вещь, лучше, когда ей занимаются по любви. Это часть личных отношений, которые, наверное, не публичны. Ну, кто-то лично, в личном плане хочет показать, он показывает это, но в рамках действующего законодательства, с определенным предупреждением, в определенное время и в определенных контентах. Поэтому публичная пропаганда сексуальных отношений считаю недопустимым. Собственно говоря, уровень сексуальной распущенности в нашем обществе, он и так достаточно высок, без применения даже какой-либо ориентации. Это не ущемление чьих-то прав, это констатация факта, что все-таки есть те сферы, которые в рекламе не нуждаются.